Это неформальное начало празднований по поводу 50-летнего юбилея Елисейского договора. Канцлер Германии и президент Франции встретились с молодежью из обеих стран. Это обычный проект в рамках германо-французского сотрудничества. Но Меркель и Олланд подчеркивают, связь между двумя государствами – это больше, чем просто дружба. Мы, Германия и Франция, должны дальше работать над нашими особыми отношениями, чтобы вместе вносить вклад в развитие единой Европы. Олланд и Меркель. Обоим было по 8 лет, когда был подписан Елисейский договор. 50 лет назад Конрад Аденауэр и Шарль де Голль решились на историческое примирение, которое быстро сделало из заклятых врагов надежных партнеров. Во время дискуссии Меркель и Олланд рассказывают о запланированных совместных проектах, например, в области налогообложения или оборонной политики. Но сближение должно происходить и на уровне человеческих отношений. Вы сидите здесь все вместе и к тому же хорошо друг друга понимаете. Я очень этому завидую. К сожалению, я не говорю по-французски, я хотела бы выучить язык, если бы не была так занята, как сейчас. У Меркель действительно очень много дел. Например, во вторник в Берлине пройдут общие заседания правительств и парламентов обоих государств.